А сегодня, друзья, у нас интересная новинка среди комбо-устройств, или сейчас как принято назвать в моде, гибридных устройств 3 в 1. Видеорегистратор, радар-детектор, да еще встроенный GPS-информатор. Под названием PlayMe, это корейцы, модель Light. По очень вкусной цене 9-9300 рублей, что делает одним из самых доступных и интересных комбиков. В интернете уже они навели много шумихи. Данный комбик вот таким вот образом: стильный, приятный внешний. Относительно компактный, имеет небольшой размер. Будет не видим на лобовом стекле. Сзади у него есть а, встроенный экран, 2,5 дюйма. Также кнопки управления дополнительные. А, с другого с одного боку у него расположены входы дополнительные. А, то есть один под питание. В комплекте обязательно есть зарядник. С круглым разъемом, обратите внимание, своим индивидуальным. Ну и соответственно штекер прикрутили. Что удобно, штрекер прикуритель имеет еще одну возможность при... ну, подключения дополнительных устройств в него же как переходник, очень удобно. Длинный провод позволяет спрятать данный комбик и сделать скрытную установку. Также что отметить, друзья, есть вход под microSd-шную флешку, поддерживает до 64 ГБ и возможность подключения к компьютеру через мини USB-провод. Также тут друзья отметить, в данном видеорегистраторе у нас стоит неплохой видеорегистратор, который снимает Full HD и самое главное угол обзора 145 градусов. Этот угол отлично подойдет даже для джипов. Кстати, ночная хорошая съемка, ну, за эти деньги. Также, друзья, встроенный радар-детектор. Радар-детектор здесь имеет такую интересную технологию, как IQ-радар то есть при изменении движения скорости, сам радар меняет чувствительность, что очень комфортно пользоваться. Также, друзья, встроенный GPS-информатор с последней базой камер, который расположен на столбах. Ну или за городом, в общем, удобная вещь. Что также отметить по данному комбику? В комплекте идет кронштейн крепления. Классический, надежный. Довольно легко одевается, легко снимается. Только имейте в виду, зарядка втыкается в сам комбик, а не в крепление на лобовое стекло. Кстати, устанавливается крепежка очень довольно-таки просто. Вот даже с одной руки ее могу поставить. Также снять. Ну, если будете убирать его в бардачок, то лучше снимать все вместе, вместе с креплением. Защелка здесь стоит классическая, вполне удобная. Давайте в следующем видео включим, продемонстрируем. Как же работает данное комбо устройство от компании Playme по весьма доступной цене? Девять тысяч триста рублей. Модель Лайт.